Главная идея STAMP-фестиваля – это конкурс композиторов. И конкурс композиторов, он обладает совершенно уникальной особенностью. Те, кто не знает, те, кто знает, те знают, что такое STAMP, это те, кто не знает, напомню и расскажу, что победителей на этом конкурсе выбирает публика. То есть вы, пришедшие на этот конкурс, выбираете победителей. Мы всегда раздаем специальные бланки, бюллетени для голосования, потом считаем все голоса. И те композиторы, которые набрали большее количество голосов, те становятся лауреатами STAMP-фестиваля. И мы нашим проектом все время их поддерживаем, приглашаем. И сегодня мы познакомимся с музыкой. И наверняка многие из вас уже знакомы с музыкой. И большинство пришли сюда специально, чтобы послушать этого человека, его музыку. Это Алексей Попков, который стал победителем STAMP-фестиваля. Получил абсолютное большинство ваших голосов. Это было в 2018 году, уже больше, чем год назад. Также участвовал и в последнем STAMP-фестивале в 2019 году. Вот, и по итогам фестиваля 2019 года вот, получил этот спецприз. И мы очень счастливы, что мы можем вот так вот собрать вас здесь, в сердце консерватории, и вместе послушать замечательную музыку, замечательного композитора.